На канале «Россия-1» состоится премьера четырехсерийной мелодрамы «Я все начну сначала». В центре сюжета сериала Карина Лаврова. Она – успешная бизнес-леди, которая вместе с мужем Димой воспитывает сына Колю и развивает совместный бизнес. С ними работает младшая сестра Карины Валентина и ее муж Андрей. В один момент родные дарят Карине тур в Южную Америку. А на время отъезда Карина выдает сестре генеральную доверенность на ведение всех своих дел, а мужу – право подписи всех документов. Но вернувшись с отдыха раньше времени, она застает мужа и сестру в одной постели. Однако измена оказывается только началом всех будущих бед. А все потому, что ее поездка была частью коварного плана Димы и Валентины, которые за время ее отсутствия успели развестись с бывшими, пожениться и оставить Карину и Андрея совершенно ни с чем. Оставшись без денег, бизнеса и крыши над головой, они вынуждены держаться вместе и все начать сначала. Главные роли в сериале исполнят Глафира Тарханова, Сергей Горобченко, Кирилл Гребенщиков, Татьяна Сытова и другие. Премьера четырехсерийной мелодрамы «Я все начну сначала» состоится 15 мая на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.